Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет светильник из коллекции ONA 2 от производителя EGLA. Это настенный светильник для внутреннего использования, который относится к настенным подсветкам. Коллекция он еще предлагается в цвете антрацит, это темно-серый цвет. Он полностью из металла, покрытие у него матовое. Источник света здесь светодиодный LED-модуль. Это когда группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. Их здесь два, каждая из сторон. Потребляет каждый модуль 2,5 Вт, а выдает около 15 Вт. Казалось бы, это и немного, но так как в качестве рассеивателя здесь установлена увеличительная линза, она из прозрачного акрила, то она поток света увеличивает в несколько раз. Компания EGLA предоставляет гарантию на свои LED-модули 5 лет, поэтому в течение этого срока вы можете обратиться к нам как к продавцу для замены модуля в случае, если он выйдет из строя. Можем включить светильник. Яркость у него фактическая гораздо выше, чем она указана в цифрах. Линза собирает весь свет в луч с четкими очертаниями, вот, может быть, на стене. При этом этот луч достигает в длину более 3 метров. То есть, если вы размещаете светильник на стене в таком положении, то свет у вас будет и на потолке, и на полу. Также можно разместить его на стене в горизонтальном положении. Тогда свет будет стелиться просто по всей длине стены. Крепится светильник плотно к стене этой частью. Это его монтажная планка. Длина планки здесь 8,5 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!